Блокировка боевиков. Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни. Из Дамаска привезли оборудование для пекарни. Жители смогли получить медикаменты и питание. Продовольствие теперь доставляют в город на автомобилях. Раньше гуманитарную помощь сбрасывали с воздуха. В начале сентября сирийская армия прорвала блокаду города. Правительственные силы отвоевывают районы в окрестностях Дейр-эз-Зора. Запрещенная в России группировка ИГИЛ отброшена на 7 километров от городской черты. Освобожден поселок Аль-Багилия, который больше года удерживали боевики.